Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Елизавета Лисогурская. Пятница в метеорологическом отношении в Заурале станет практически точным повторением дня сегодняшнего, поскольку в Заурале сохранится влияние антициклона с присущей ему относительно солнечной и сухой погодой и среднесуточной температурой воздуха, близкой к своей климатической норме. Днем в Тюмени минус 16, минус 18, в Челябинске минус 12, минус 14, в Екатеринбурге минус 11, минус 13, без осадков. В Кургане переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 23, минус 25. Днем в Кургане переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 13, минус 15. Атмосферное давление будет слабо падать. 10 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами.